Приехал в СДЭК, и пришла посылочка, такая посылка. Неужели вот в этой посылке 800 елок? Раскрываем. Так, ну-ка. Ну, похоже на елки. Ладно, забираем. Ждем маму, пока она у нас едет с елками. Сейчас проливаем водичкой. Обязательно он, Андрей, проливает прямо по шнурке, так как наши будущие деревья нужно садить в мокрую почву. Вот здесь уже пролили. Елки у нас пришли такие вот запечатанные, запакованные стрейч-пленкой. Не знаю, сколько в этой кучке штук, но сейчас будем распаковывать и сажать. На самом деле, как у нас проходит процесс посадки елок и изготовления нашего будущего забора. Вот здесь уже линия уже посажена, каждые 40 сантиметров. Изначально мы пролили периметр. Ну, еще проливаем, конечно, потому что он высыхает. Сейчас я дойду до первой оперативной группы. Они работают в паре. Один делает дырки, другая активно сажает. Вот так по линии. Мы расчертили линеечку. Каждые 40 сантиметров написали, вот рабочая специально. И вот они сажают. До шнурки у нас не доходит 5-4 сантиметра. Каждые 40 сантиметров. Достаточно быстро идет процесс. На лицевую часть мы выбираем самые большие. Они где-то сантиметров 40 еле. Вот они у нас такие. Ну и там у нас еще оперативная группа тоже активно работает. Ну что, практически сторона готова. Юлия Александровна, как тяжело вообще забор делать? Усилий стоит? Не с пивка. Ну да, мы это делаем первый раз, но не топчусь. А так все вроде бы. Софийка, скажи, какие слова ты говоришь нашим елочкам, чтобы они приросли? Без этих слов они не вырастут. Расскажи теперь всем. Елочка. Когда ты вырастешь? Елочка, когда ты вырастешь, да? А еще ты там их руками как-то гладила. Покажи тоже. Вот так, да? Вот так вот, каждую. Ну все, поняли. Все поняли. Папа, мы еще снимаем там, так, мы делаем что-то, садаем елки и переехали на мотоцикле и на машине. Хорошо. А кто нам еще помогает сажать елочки? Андрюша помогает, кто еще? Я. Ты помогаешь, кто еще? Мама. Мама, еще кто? Папа. А еще кто? Иголка. Да. Отлично. Смотри, София. Посмотри. Видела? Да. Это ящерица маленькая. Мы ее в земельке нашли, она спала. Нет, это ее можешь потрогать сверху, пальчиком потрогай. Она кушается? Нет. Видишь, она замерзла. Не надо за хвост ее. Если ты за хвост ее дернешь, у нее хвост оторвется. Она кусается? Нет, не кусается. Вон. Ей на моей ладошке очень тепло, и она, видишь, сидит. Я пойду ее отпущу. Нет. Пойду, ладошку подставь, если она к тебе переползет. Схвати, возьми ее, переложи на свою ладошку. Переложи.
За хвост не надо, за хвост не надо. Хвост может отвалиться, и ей будет очень больно. Вот, давай, хватай. Вот, и переложи к себе. Вот, вот. Во. Ящерица. Ну-ка, посмотри на меня. Вот, живая ящерица. Классно? Вот такая ящерица. Видишь, ей тепло. Она шевелится. Ей тепло, и она почувствовала, как будто ты ее мама. Давай отпущу ее на земельку. Давай мне ее. Вот так, пойду ее отпущу. Запомни, ящериц за хвост дергать нельзя. Хорошо? Давай, дружбан, наводи здесь порядок. Опачки. Вот так, все. У нас процесс огненный идет. Мама занята, София. Елки у нас уже, елки уже здесь ряд посажен, здесь прямая посажена, вон там у нас оперативная группа, здесь у нас линия просажена. На самом деле на все про все мы потратили, ну, где-то часа полтора мы сейчас здесь ковыряемся, процесс идет. Главное, все пооперационно. Одни поливают, другие дыры делают, двое сажают, трое сажают вот этими руками. Короче, класс. Так. Сейчас у нас происходит калибровка елок, точнее не калибровка, а сортируем маленькие елочки, которые уже не пошли на забор. Складываем их сюда. Вот их у нас, их уже вон как здесь много. Юлия Александровна их моет активно. Мы их будем сажать где-нибудь тут рядышком. И посмотрим, приживутся они или не приживутся. А здесь у нас огонь с этой стороны. Таким образом у нас все это получается. Все, огонь, елочки у нас по линии, четенько по линии пролиты. Это у нас самая длинная часть, 60 с лишним метров, и здесь у нас 30 метров остается. Половина той части уже сделана, остается фасадная часть со стороны реки. Перекус, перекус. Обед у нас. Папа, меня снимать. Угу. Снимаю. Снимаю тебя. Егор, он тут что-то полез. Это у нас стол. Такой стол. Обеденный. Вот такой у нас здесь дружбан еще вылез. Гадюка черная. Вот знаешь, если на такой же черной змее на голове желтенькое пятнышко, это уж. А вот это гадюка. Сегодня у нас 8 мая. Иш у нас обмелел. Буквально пару дней назад он был прямо по вот этот уровень. Сейчас он уже спустился. Уже видны все плиты. У нас еще внизу вот половина этих плит и еще плита лежит. Здесь у нас такой пляжик. Утрамбовался огненный песчаный пляж. Кстати, кусок земли обвалился. Ну ладно, это ерунда. Вот такая вот красотища. Классно будет, когда здесь будет кругом лес. Здесь будет у нас настоящая живая беседка. Да, София? Да. Ты уже будешь большая. И здесь у нас на этом месте, видишь, где квадрат? Будет беседка, живая беседка. Ну вот как вот, вот как вот, вот. Да, блин. Ребенку. Ребенку 5 лет. Дырка в сапоге. Че, нормально у тебя? Все хорошо? Да. Отлично. Так в сапог-то ничего не попало. Не я. Вот как так, а? А тут-то, а тут-то сухо, Егор? Здесь, да. Слушай, видишь, такой прозрачный. Ох, как хочется газануть по нему, а? Капец как. Маленькие и двухгодовалые елочки. О, ничего у меня тут здесь. Красота по всему периметру.